Благотворительная акция «Скажи детству да», организатором которой стал территориальный центр социального обслуживания населения Московского района Бреста при поддержке районного комитета БРСМ, уже добрая традиция. Особое внимание и поддержка многодетным семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Акция предназначена для того, чтобы все, особенно вот эта вот категория, почувствовала праздник. Праздник будет заключаться не только в предоставлении подарков, но здесь же будут какие-то вот игры, даже клоуны. Мы хотели, чтобы этот праздник запомнился именно детям. Активные участники таких мероприятий – волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи. Ребята заранее подготовили памятные подарки, канцелярские принадлежности и развивающие игры. Приятным сюрпризом стало мини-представление с клоунами и персонажами мультфильмов. Спасибо большое, что не оставляют нас, что вот внимание такое уделяют многодетным семьям и семьям именно с детками такими особенными. Это очень приятно. Каждый раз вот приезжают и на 1 сентября поздравляли, и на Новый год Дед Мороз приходил, поздравлял тоже. Вот и сейчас, ну, очень приятно, конечно, такая, что не оставляют нас одних со своими проблемами, с этими трудностями. Я считаю, что не бывает маленьких каких-то маленькой помощи, любой подарок, даже маленький подарок, даже пакет с канцелярией, с какими-то игрушками, это всегда для детей радость. Подарить детям праздник и никого не оставить в стороне – главная цель благотворительной акции. Ведь защищать детей – значит делать все, чтобы им жилось лучше. Екатерина Косынюк, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».